не так много среди актеров бывало и бывает вот людей с таким каким-то таким гражданским темпераментом, с гражданской позицией. Вы в этом смысле исключение? И как это вообще получилось? Я же работаю в театре, и я знаю примерно контингент. Да-да-да. Да, но вот их не спрашивают, ага. А то бы они ответили, как я. Меня раз спросили, два спросили, три спросили, я ответила. Пошло-поехало. Да, потом стали спрашивать. Где-то я сама нарываюсь, когда уж мне прям по горло.